Эксклюзивы разводе с ЛДЖ-ем. Беседа Ивлеевой с Собчак попала в сеть. Но давайте обо всем по порядку. Фото совместной прогулки и беседы блогера телеведущей Анастасии Ивлеевой и журналистки Ксении Собчак попали в сеть. Авторы телеграм-канала «Только никому», где появились кадры, предположили, что фото могли быть сделаны во время эксклюзивного интервью Ивлеевой о расставании с ее мужем, рэпером ЛДЖ-ем. Теперь понятно, почему Ивлеева молчала про расставание с ЛДЖ-ем. Была договоренность Ксении Собчак на эксклюзив. Наши инсайдеры сняли их на прогулке по Питеру. Говорится в сообщении. Слухи о предстоящем расставании Ивлеевой и ЛДЖ-я возникли после того, как рэпер выпустил в свой день рождения 9 июля новый трек, в котором намекнул на развод. Ивлеева через несколько часов в сторис Instagram косвенно подтвердила расставание, написав: «Нам стало скучно, больше не интересно». А на этом все, что думаете, пишите в комментариях, поделитесь этим роликом с друзьями и близкими, поддержите подпиской, поставьте лайк, также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Пока!